В Ульяновском онкодиспансере провели церемонию посвящения в профессию молодых специалистов-онкологов. Подобное мероприятие для медиков уже традиция. За последнее время коллектив пополнился молодыми кадрами. Одна из них — Юлия Зорина. Девушка с детства мечтала работать в медицине. После школы окончила вуз и устроилась на работу в онкодиспансер. Как сама отмечает, условия труда отличные, есть все необходимое для работы. Работаем мы в химиотерапевтическом отделении, занимаемся лечением пациентов как до операции, так и после операции. У нас есть все виды лекарственной терапии. Это химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия, гормонотерапия. Работать проще и удобнее с современным оборудованием. Новый маммограф и томограф помогают проводить более точную диагностику. Благодаря новому оборудованию специалисты могут выявить заболевания на ранней стадии и сократить смертность. Кроме оборудования, важным звеном являются кадры. Коллектив в онкодиспансере молодеет с каждым годом. Врачи с опытом отмечают, что учатся они быстро и работают добросовестно. Для того, чтобы лечение проходило успешно наших пациентов, важна очень профессиональная, слаженная команда. И хорошо, что сейчас в коллективе много молодых врачей, больших уже профессионалов в своей отрасли. И вот такие мероприятия, которые проводятся сегодня, они, конечно, позволяют сплотить коллектив, поддержать какие-то традиции, которые заложены в этом коллективе. За последние 3 года в онкодиспансер трудоустроилось 8 молодых врачей, 14 специалистов со средним медицинским образованием и 8 других специальностей. Привлечение молодых сотрудников является главной задачей проекта «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». Кирилл Савосин, Даниил Сурков, ОУПРАВДА ТВ.